Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, какой первый шаг будет его в вашу сторону. Либо же это будет звонок, либо же мужчина приедет, либо же он напишет. Прописывайте имена вашей пары в комментариях, для того, чтобы информация шла конкретно о вашей паре. Какой будет от себя... Смотрите, мужчина, во-первых, появится очень как-то неуверенно. Число 3 идет, девчонки, 3 дня, 3 недели, в 3 часа, 3 минуты. А как ты появишься? Вы будете в очень тяжелом состоянии. Здесь мужчина появится, знаете как? Праздник какой-то, в праздничное время, девчонки. А как именно ты появишься? А у кого здесь как? У кого здесь будет звонок? У кого здесь будет разговор? У кого здесь будет от мужчины? Двоякая идет информация. Все-таки у каждого по-своему. Но могу сказать, не так, как вы ожидаете. Да? Если, например, ждете звонка, здесь будет сообщение. Кто ждет, наоборот, сообщение, здесь мужчина придет постучиться в дверь. Вас много. Информация, да, у каждого здесь своя. Но мужчина идет для того, чтобы примириться. Мужчина идет для того, чтобы признаться вам в чувствах. Мужчина идет для того, чтобы разрушить что? Ограничения и признаться вам. Вот смотрите, вы кубковая королева, он кубковый король. Мужчина идет с признаниями, с предложением. Мужчина говорит, что я люблю тебя. Мужчина идет с признаниями в чувствах. Ну что же, принимайте, ставьте сердечко, пишите «принимаю», «благодарю», подписывайтесь на мой канал.